Всем доброго здравия. Сейчас будем делать окрошку. Свежая зелень, огурчики, редисочка. Все, отварила картошку. Морковь, кто желает. Будем сейчас делать ее. Сначала порезала укроп, зеленый лук, картошечку. Муж начал резать. Листики салата порезала. Добавим вареную морковь, мелко порезанную, чтобы можно было кушать как салатик тоже. На терочке уже огурцы тут начинаем протирать. Один огурчик мелко порезали, на терке натираем редисочку. Такая окрошка у нас получается. Сейчас еще по желанию можно добавить рыбу и квас, постный майонез. Будем кушать. Вот окрошка готова. Всем приятного аппетита!